Министерство труда встало на защиту пенсионеров. До конца года ведомству предстоит проработать вопрос об ответственности для работодателей, увольняющих сотрудников предпенсионного возраста. Не исключается, что за подобные случаи будет грозить уголовная ответственность. Это, по мнению сотрудников Минтруда, поможет добиться искоренения стереотипов и предвзятого отношения к гражданам предпенсионного возраста. Также Минтруд предлагает увеличить пособие по безработице для работников предпенсионного возраста, обязать компании оплачивать их ежегодную диспансеризацию. Поступило предложение и об увеличении пособия о безработице для граждан предпенсионного возраста. Проект документа будет рассмотрен завтра на заседании рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В правительстве Российской Федерации законопроект планируется внести в ноябре.